Приветствую вас, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И мы продолжаем с вами проходить игру Vanquish. Ну что ж, давайте продолжим. Где мы там с вами остановились? Ага, куда-то у нас отправили спецотряд, и мы идем вместе с ним. Какой-то завод, что ли, да, у нас здесь? Вот ящички-то мне как раз и нужны. Да, Елена Иванова, все понятно. Так, тяжелые гранаты. Так, мой командир там что-то командует всем двигаться вперед. Ну, так мы и пойдем вперед. Так, что у нас здесь? Какие-то действительно машины старые, разбитые тут стоят. Так, heavy machine gun. Отлично. Я думаю, это мне то, что надо. И такое впечатление, что нас впереди ждет какая-то заварушка. Наверное, так оно и будет, да? Акт 1, миссия 4. Что? Что произошло? Что такое? В кого стреляете-то? Сзади нет никого, ё-моё. Интересно. Так, музыка. О-о-о-о-о-о-о-о, выбежали, выбежали, уроды. Ну-ка, сдохни, урод. Что такое? Куда убираться? Ага, вон они сверху палят. Сдохни, мразь. Где еще следующий? Следующий, вот он. Блин, прикрывается, урод, блин. Черт, они стоят. Ящик какой-то попал под раздачу. Ты смотри-ка, они нас тут. Оу-оу-оу, это как это так? Это что произошло? Нафиг на. Ядрить, ядрить, ядрить на корень. У меня костюм, костюм мой, блин. Они за турелями стоят. Ё-моё. Так, давай, 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 добиваем. Добиваем, отлично. Вот он, сволочь, стоит. Нормуль. Все пока у нас под контролем. Давайте-ка, я не знаю, может быть, в тыл к ним туда забежать, попробовать, посмотреть, что там происходит. Удастся, нет? Тут пока нету никого. Так, а это что у нас здесь такое? Так, диск-лаунчер. Какая-то пушка, стреляющая дисками. Ну-ка. Оп-оп-оп. Так, снайперка. Вот, смотрите. Я даже не знаю. Вот это надо брать. Потому что дробовика у нас все равно нету. Так, давайте теперь посмотрим, как эта пушка действует в деле. Ну, куда ж ты там смылся-то? А вот он. На-ка. Ух ты, неплохо. Довольно неплохо, ребята. Черт, а наверх мне никак не подняться, да? Обидно, печально. А, ее можно было и так взять. Куда мне двигаться дальше? Не могу понять. Ну, однозначно никак не вперед, потому что там вроде как обрыв какой-то. Че ты сюда прибежал-то, а? Иди отсюда. Не видишь, что ли? Значит, видите, что я могу, ребята, сделать? Апперкот и какой-то прыжок ногами, что ли, это? Типа сальтона. Ладно, в общем, кнопки я сейчас смотрю. Больше пока ничего из них не вижу. Я просто хотел узнать, как переключаться гранаты между красной и зеленой. Но, видимо, мне этого так и не понять. Все кнопки обшуршал и ничего толкового, как видите, не получил. Ага, вот он что еще может этой пилой делать. Ё-моё, вот я выпустил гранату. Ладно, ребята, давайте. В общем, какими кнопками я пользовался. Гад. Да, опа-на, да какого лешего. Сморчок, блин, нифига у меня. Сейчас бы просто накрыло бы и все. Давайте переждем маленько. Бегут, бегут, сволочи. Да на, ты сдохни, блин. Башню просто спилил. Смотрите. Там сверху сморчок стоит. Такой лежит, покурил. Нормально, да? Прикольно это сделано довольно-таки. Типа, хоп, перекурчик небольшой. Причем, когда он сигарету бросил, такое впечатление, что, знаете. Кстати, да, может быть, здесь он этой сигаретой может взрывать где-нибудь горючее. Почему бы и нет? Как вариант, вполне сгодится. Ладно. Ага, вот они, вот они, вот они, сволочи. Черт, меня ж там сверху палит. В замедленном действии патроны летят. Давайте сюда вот укроемся. Хотя бы перехилимся маленько. На.
Где следующий? Где у нас там следующие вражины? У меня когда вот так костюм пищит, мне это... Ох ты, а это что такое? Какая-то стату... Я ее не взял, что ли? Понятно. Оу, ничего себе, урод вышел. На, блин. Запуляя нафиг дисками. Ха-ха, упал. Добиваем, ребята, добиваем его. Не-не-не-не-не, не надо так, так больше шутить. Фига он урод. Тихо-тихо-тихо-тихо. Смотри, что вытворяет. У него такой же... Такое же свойство костюма, как и у меня, блин. Реактивность вот эта вот. Мне не нужны такие же... Так, буст машины ган. Не знаю, что она делает, но думаю, пригодится. Бегут с лестницы откуда-то сверху. А не пора ли мне навестить их там наверху, а? Ребят, что скажете? Гранаты, отлично. Тут у нас что-то... Что-то тоже такое взяли. Непонятное. Какую-то подпитку, я бы так сказал. Вау, Барнс. Барнс прибежал. И они все бегут, я так понимаю, наверх. Куда я, в принципе, и хотел рвануть. Самый первый причем. Что такое? Что такое? Ага. Давай, 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 давай. Смотрите, ребята. Наших солдат держат в каких-то энергетических цепях. Ага, не приноси себя в жертву, говорит он, Барс. Типа, это мое дело, я разберусь сам, отвали. Поцелуй меня в задницу. Правильно. Правильно, Гидеон, говоришь, блин. Так, поехали, ребята. Что ты там достаешь? Черт, как бы их там... Как вообще снять это поле? Ну, для начала, я так понимаю, надо эти грохнуть. Поехали. Опа, отлично. А вот у нас, ребята, и горючка. Ха-ха-ха, замечательно. Шлакобойню тут устроим им сейчас. Погоди-ка, что это за звук? Ох ты, ё-моё, тут какой-то крейсер высадил. Этих, опять же, пришельцев, блин. Да сдохни ты, урод, блин, тоже ныкаются. Не просто так болвана включает. Перезарядились, давайте, ребята. Пойдем сюда, посмотрим, что тут у нас происходит. Ха, сидят, притулились. На, блин, урод. Опа, 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 ты что делаешь? Ты что делаешь, блин? Сматываемся, ребята, отсюда нафиг. Нифига в рукопашку урон наносит. Не ожидал я, конечно, такого. Ага, вот пульт, ребята. Все, освобождаем. Отлично. Так, давайте еще подхилить его надо. Черт подери, блин. Только бы не сдохнуть. Так, еще один у меня там стоит. Ребята, надо его спасать. Черт, все, какая-то движуха. Я даже притулился там, а? Чмошник, блин, смотри. Отлично, сдрючил я его. Там еще один. Ныкается, блин, перезарядка не вовремя. Бинго, как говорится. Нет, их тут двое, ребята. С этой стороны и с той. Так что давайте этого спасем для начала. Так, Джеймс, давай, все, отлично. Подхильчик. Давай хилим его. Он дает нам heavy machine gun. Тяжелую пушку. И пойдем того еще от это освободим. Ну, вроде бы на горизонте пока чисто, ребята. Ага, чисто, вон они идут. Кеннеди. Мы идем спасать Кеннеди, ребята. Выкусите, уроды. Блин, хоть бы одна попала. Ни одна не достигла своей точки цели. Нате, уроды. Прям дырочку, блин. Да сдохни ты уже, блин. Во, вот этот, блин, все равно не тот эффект. Вот так будет лучше. Давай, 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 Кеннеди, держись. Я уже тут на подходе, все. Спасаю тебя. Так, остальных мы спасли. Так, какое у нас очередное, ребята, задание? Ага, ворота открыты. Продвигаемся дальше. Так, а где у нас эти ворота? Я что-то не могу врубиться. Ага, вот точка красная.
Подождите, тут еще какая-то точка. Это не точка, блин. Это, по-моему, какой-то корабль летит. Точно, блин. Да умрите, гады. Так, приземляю. Высадку делаю. Тут чмошники. Так, давайте, бомбить их тут всех. Куда они там побежали-то? Жаль, не попал. Блин, такой бы сейчас был ударчик хороший. На, блин. Отлично. Так, что-то происходит, я не могу понять. Черт, промазал, а. Кстати, вот у них рукопашка тоже очень мощная. Я думаю, что у меня не хуже, чем у них получится, если я буду морду им бить. Так, давайте-ка. Я не могу врубиться одного. Где ворота, в которые нам надо идти? Где они открыты-то? Ага, вон они. Все, понял, ребята. Идем туда. Там кому-то нужна помощь моя. Давай-ка, братишка, я тебя подхилю. Там еще один. Они как раз находятся под обстрелом. Зачистим маленечко. Замечательно. Давай, браток, некогда отдыхать. Надо идти воевать. Так, что у нас тут в этом ящике? Рифл какой-то. Неплохая пушка скорострельная. Мне нравится. И тут у нас какой-то подъемник, ребята, я смотрю. Ага. Достигли контрольной точки мы, значит. Ясно. Ну, я так понимаю, мы сейчас с вами будем подниматься куда-то наверх. Нет? Вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо. Enemy, враг. Ё-моё, сколько их тут. Давай, закрывай ворота, придурок. Ага, он их посылает на верную смерть, типа, прикрывайте. Ага, а эти в это время на лифте сматываются, нормально. Да, жалко парней, конечно, сдохнут. Причем зазря. Так, ну что, ребята, пятая миссия у нас, акт первый до сих пор еще. Давайте тут откроем двери. Что опять происходит? Давай, 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 давай. Валим этих сосунков. Черт подери, это что такое, блин? Это что такое пролетело? Пролетело-то слишком здоровое. Такое впечатление, что это был космический какой-то корабль. Так, отлично, завалили этого. Что за звуки такие? Такое впечатление, как будто сюда бомбу мину скинули. Ладно, некогда рассусоливаться. Снайперка, не знаю, стоит брать, нет. Черт ее подери. Попробуем. Что здесь у нас? Ага, дисковый. Дисковое оружие. Тут еще, блин, фиг знает, какое оружие лучше взять, какое не брать. Вау, 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 это что такое новое? Ничего себе. Да куда вы мешаете мне? Ничего не видно. Какие-то роботы, что они там делают-то? Так, отлично. Этих мы завалили. Еще он там партия сидит, блин, в засаде. Надо их как-то... Ага, вот, тихо. Отлично. Снайперка как раз для именно таких целей. И предназначена, ребята. Ха, нормуль. Ну, вроде бы зачистил. Чего вы там опять... Блин, новые там, что ли, выбегают. Садятся за турели. Где, 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 где цель? А, вон она. Черт подери, ты прикрываешь тело мне. Оу, тихо. Ракеты какие-то летят. Вообще тут такая суматоха, блин. Дострелялся. Нет, еще где-то есть кто-то. Ага, установка. Это, оказывается, у нас робот там был. Замечательно. Пока все под контролем, ребята. Апгрейд. Апгрейд. Чего мы постоянно апгрейдим? Блин, кончились заряды, елки-палки. Ну, хоть так все удачно вышло. И ворота открываются, ребята. Открылись. Идем туда. Сейчас ящик только посмотрим, что здесь в нем. Так, это, по-моему, скоростная пушка, если я не ошибаюсь, конечно.
Что? 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 Ага, вы посмотрите, что там творится. Только не говори, что ты будешь сейчас закрывать двери. Нет. Я уже думал, он закрывает двери и оставляет солдат там. Ну, типа, разберись с ними, да? Это он мне сказал, приказ такой. Ну, а нам-то только за радость. Что это за такое? Лазер. Что за лазер? Ух ты, это что такое? О, ничего себе. Ребят, смотрите. Наводим цели. Выстреливаем. И ни хрена не происходит почему-то. Прочь с дороги, ребята. Я не могу понять, эффект-то какой. Сэм, куда бежать-то? Ё-моё, не понимаю я. Так, ну солдаты мои почему-то ушли. Убирайся оттуда. А куда убираться-то? Дай-ка гляну, что здесь у нас. Шотган. Хрен с ним. Он мне говорит, убирайся оттуда. А здесь у нас тупик, ребята. Нам не пройти. Странно, блин. Есть только один вариант. Это разбомбить всех этих уродов. Больше я никаких этих не вижу выходов. Перескочить мы не перескочим. Здесь тоже тупик. Да что ты как паралит двигаешься-то? Нет, ни хрена не получается. Значит, надо идти туда, в атаку. На-ка, выкуси. Ух ты, это какая-то шоковая граната. Она их из строя, но, правда, ненадолго. Вот. Так, что такое? Что такое? Так. Ты должен помочь им. Хорошо. Согласился помочь, блин. Нет, а эти уроды все ползут и ползут. Смотрите, их просто тут замечательно меня приголубили сейчас. Нате, выпустите. Ё-моё, там еще и здоровяк вышел. Черт тебя подери, а. Ух ты, блин, вот это он в меня метнул снарядик. Ё-моё, вы видели сейчас, блин, снаряд пролетел прям мимо меня в миллиметре. Так, надо этого гада сносить, ребята. Это не дело, блин. На-ка, выкуси, придурок. Кстати, диски почему-то его очень... Даже вообще его не трогают. Что? Опа-на! Солдата подстрелили. Блин, прикольный мужик. Давай, ребята. Отлично, отличненько все вышло. Блин, у Барса, да, пушка, охренеть. Такой довольный, блин. Как обычно, сигареточка после очередного боя. Блин, прикольно. Такой, да, потрогал тебя. Да, эта штука нам мешает. Тот, да без проблем, сейчас мы ее снесем. Опачки, это что такое? Вот тебе и спасли солдата. Тут же его и грохнули. Типа действуй, пока я буду вас прикрывать. Сразу отчаянный мужик. Ну что, наше время выходить, ребята. Погнали. Так, что у нас тут происходит? Блин, вот против солдат этих юнитов нормально идет. Ничего себе. Он мне показал, что, значит, цели у меня. Вышки, турели. Надо до них как-то добраться. Да хорош там кричать, что орешь-то? Открыть огонь. Куда открыть огонь? Вон они, блин, эти вышки, ребята.
Черт подери, я под огнем, плотным огнем. Не может быть, ребята. Да ну, хорош. Так, мы хоть хорошо отсюда начали. Фига меня расписали, а? Надо быть аккуратнее. Да, я понял, Барс, что тут турели, и они сидят за ними. Блин, мне бы снайперку бы сейчас. Ох, как бы она мне пригодилась. А это что за пукалка? Я так и не понял, что она делает. Отмечает цели, выстреливает, но урон вообще никакой. Так, мой еще там раненый лежит, блин. Не, ребят, это фигня, а не пушка. Урон, сами видели, блин. Два или три снаряда в робота, а ему пофиг. Это бред. Шотган тоже только на ближнее расстояние. Ай. Фигня, конечно, получается. Давай, вставай, родной. Надо вон те верхние сносить, блин. Тихо, тихонько. Стоит, строчит. Я, по-моему, даже не попадаю, блин. А так, если... Да ну, какой-то... Я не знаю, что это за пушка такая. Урона вообще не наносит никакого. Апгрейд. Ну давай, давай, давай. Ну, сноси, блин, этого гада. Хрен, ничего не получается. Больше я эту пушку, наверное, брать не буду. Не помню, что срабатывает, то не срабатывает. Так, могу сесть? Черт подери, сейчас убьют. Давай, 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 Сэмыч, Сэмыч, прячься. Надо переждать маленько. Где же там эти? Так, ну ладно, этот там на крыше сидит. По-моему, только он и остался. Ну зато как он мочит тут, а? Так, вроде бы отлично. Это он и был, да? Нет, не только он. Там еще один. Вот куда вот он стреляет? Скажите мне, пожалуйста, а? Куда-то вдаль по прямой, блин. Там же... А, нет, здесь есть. Черт побери, действительно стоял, урод. Ну что же, ребята, вроде бы как справились. Продолжаем с вами движение. Well done, добро пожаловать. Так, что у нас здесь? Heavy Machine Gun. Давайте-ка возьмем ее. Что? Что такое происходит, ребята? Не могу понять. Ага, атака этих уродов. Ну, ее-то мы должны отбить. Полюбасику. Что там такое двигается на нас крупное? Оу, это что такое? Это что за чудо техники? Ё-моё, это... Из кинофильма вспомнил все. Помните, ребята, такая буровая установка-то была? Чем-то напоминает мне. Нафиг надо. Так, это что, гранаты? Так, может, граната... Ох, снаряды только летят. Ага, вот эта граната хорошая, ребята. Смотрите, она их выводит на время из строя. Черт подери, как его сносить-то, блин? Смотрите, блин, прикольно, прикольно сделано, блин. Ё-моё, сейчас доприкалываюсь. О, тихо, нафиг. Своими пилами тут начал. Нафиг, лишь бы не попасться под эту фигню всю, ребят. Во, вот оно, по-моему, сердце ивоной машины. Приходится вот так вот урывками, иначе будет бобо. Уже бобо, ё-моё, нифига, вылез, называется.
Так, ждем. Так, надо, чтобы у меня костюм перестал жужжать. Иначе одно попадание, и мне крышка. Все, вроде бы нормуль. Так, минус одно орудие у него. Да, вот сзади это его уязвимое место. Ну что ж, туда и будем тогда стрелять. Отлично, завалили мы этого козла. Так, ну что теперь? Ага, прошли мини-миссию, так сказать. Но очков мне почему-то ребята не дали. Видимо, из-за того, что я погиб разок. Your DARPA railguns are a piece of work, let me tell you. Ну что же, я так понимаю, мы сейчас идем куда-то в подземный бункер, что ли, какой-то. Что такое опять? Почему у меня костюм, блин, пищит, если никто по мне не стрелял? Может, перезагрузка, перегрузка идет какая-то? Так, ну здесь-то нам не пройти. Или опять будете взрывать? Ага, Сэм, установи, пожалуйста, взрывчатку и взорви. Теперь сматываемся и ждем взрыва. Отлично. Первый акт, шестая миссия. Черт, потемки, ни хрена не вижу, что происходит. Опа, на это что такое? Фига ты, блин. Восстание машин. Подождите, это же вроде наша тачка. Just one of you. Mike 2 was destroyed by enemy fire, and Mike 4. Прикольная машина, да, ребята? И все равно я как смотрю на резиновом ходу она. Вот такие вот, ребята, машины будущего. Стопудово без камерка. Чисто сплошная резина. Смотрите, а у них, главное, есть фонари на шлемах. А почему у меня нету? Что-то просканировали, непонятно чего. Ладно, пойдемте вперед. Кого они там стреляют? Ох ты, ничего себе пушка у меня. Так я не могу понять, куда нам идти-то? Цель показана впереди, вот куда я иду. И в то же время они там херней занимаются. Лайфган. Опять где-то взрывчатку надо установить. Чтобы... Оу-оу-оу, это что такое? Ёлки-палки, это уже, ребята, матрица. Это же из матрицы, уроды, пошли. Нафиг. Ох, сколько он там наплодил этих уродов мелких. Патроны кончатся, ребята, это финиш. И цель у них, вы увидели, куда они? Они на мою машину шли. В общем, здесь наша основная цель — защитить эту машину. Так, ящик, давайте посмотрим. У меня нету... Это что за хрень прицепилась ко мне? Ё-моё, блин. Нифига себе. Пришелец, блин, хренов. Ну-ка, выкусите, уроды. Отлично, отлично, ребята. Так, опять нападение идет. Надо срочно их уничтожать. Блин, они прут на... Вот, нормально граната сработала. По крайней мере, она их обездвиживает. Правда, на короткий промежуток времени. Почему они... Почему они не добивают, а? Так, пошла волна, вторая. Так, отлично, вроде бы все нормально пока. Минус один. И этого надо еще крупнуть. Блин, до тачки добирается, почти дошел. Смотри, что делает. Что делает, гад? Сейчас взорвется, блин. Черт подери, ребята, ровно половина ХП осталось у машины. Берн, что ты орешь? Я не понимаю, что ты от меня хочешь? Что мне нужно сделать, блин, а? Так, давайте глянем, что у нас тут в этом ящичке. Ну-ка. Так, шотган. Ладно, за неимением ничего, и шотган пойдет, блин.
Чё, ноу-ноу-то? Так, ага, ребята, вот, вижу цели. Так, надо заминировать. Ё-моё, это чё за... Ядрить тебя на корень. Чё всё горит-то, не могу понять. А, он ещё и с огнемётом. Ну как тебе понравилось? Упырь. Ну-ка. Попробуем установить взрывчатку. Так, отлично, здесь мы поставили ее. Что им еще надо опять, а? Я понял, ребята, наверху еще где-то надо установить на верхнем ярусе взрывчатку. Но сначала надо с этим уродом разобраться. Куда ты лезешь, блин? Прискакал, кузнечик, блин. Апгрейд. Отлично. Блин, да чё за урод-то такой непробиваемый? А, нет, пробиваемый. Так, нафиг, нафиг, надо сматываться. Чёрт, поджарил меня маленько. Там еще один больной у нас какой-то, надо его подлечить. Желательно срочно. Давай, вставай, вставай, некогда рассусуливаться. Чёрт, тебя подери. Так, мне-то надо, ребята, как-то наверх пробраться. Потому что вторая взрывчатка должна быть наверху, блин. Пули действительно как в матрице летят. Так, отлично, значит, закончился этот. Да, блин, жарит прям в спину. Так, поднялись. Вон, ребята, вот там надо установить еще одну взрывчатку. Что здесь? Шотган у нас. Так, Иванова, заткнись, блин. Без тебя плохо. Отлично, забрались. Где? Ага, стоит тут урод. Ха. Устанавливаем, ребятушки. Ничего не знаю, все нормально. Так, heavy machine gun. Ну, это понятно. Лайфган. Лайфган мне не нужен. Что-то как-то не особо понравилось. Спускаемся. Что ты расстрелялся, а? Родной, вот, отдохни лучше маленько здесь. Так, теперь нам надо, я так понимаю, ребята, взорвать. Взорвать это все к чертям собачьим. Вот сюда встану, на безопасное, так сказать, расстояние. Ну? Чё не взрывается-то ни хрена? Может, ребята, я что-то не установил, да вроде бы все правильно. Нажимаю кнопку Т, никакого эффекта не происходит. Ладно, давайте-ка перепроверим. Так, я здесь не могу... А, с этой стороны подниматься надо. Так, отлично. Давай-ка сюда теперь. Да нет, ребята, все, в принципе, нормально. Я думаю, что... Все, я взрываю, ребят, пора взрывать. Кнопочка Т. Нафиг, сейчас бомбанем. Понятно, сам себя взорвал. Ну что ж, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока, ребят.